Как борются с коррупцией в мире? В Бразилии осудили президента бывшего. Приговор 9,5 лет тюрьмы. Скандал разразился 3 года назад, когда Лулу да Силва и его жена не задекларировали роскошный пентхаус, а также получили откат $1 млн за продвижение интересов строительной компании. Свою вину да Силва не признает, его адвокаты уже готовят апелляцию. До ее рассмотрения, согласно бразильским законам, экс-президент будет на свободе.